Лиса ли я, вы разработчик и продукт-менеджер в IT-компании. По рабочим вопросам необходимо было отработать ситуацию с одним из клиентских сервисов по доменным именам, касающихся администраторов, прекративших свою деятельность, в частности, ликвидированных юрлиц, в том числе и по процедуре банкротства. Незадолго до завершения обучения опять решил поискать доменные имена и наткнулся на один лот, в составе которого был 3 доменных имени. Один из которых меня очень заинтересовал. Его я выбрал по причине того, что этот домен словарное слово. На нем был хорошо оптимизированный продвигаемый интернет-магазин. Вот. Я знал, что на аукционе освобождающихся доменов, куда домен однажды попал, было предложено несколько ставок, в том числе и 30 тысяч рублей. На данный лот было 6 претендентов. Меня это очень удивило. Я был уверен, что желающих будет 1-2 человека. Вот. А может быть, я буду единственным участником. И я даже специально пересматривал обучение и закон на тот случай, какие меры необходимо будет предпринять, чтобы торги были признаны состоявшимся при условии, что один участник. Пропустить сразу несколько шагов на площадке было нельзя. В итоге наши торги длились 14 часов. Два участника активно торговались между собой в самом начале. И к 2 часам ночи мы перевалили за 18 тысяч рублей. Я понял, что оппонент тоже упорный, решил сменить тактику. Ответную ставку после очередной его ставки я сделал не через 25 минут, а через 5. Ну вот, возможно, помогло это, возможно, позднее время или уже достаточно высокая цена, но главное, что это помогло, и моя ставка оказалась победной. В итоге домен купил по цене 18 652 рубля 50 копеек. Заплатил больше ближайшего конкурента на 82 рубля 50 копеек. Эмоции после того, как торги завершились, это удовлетворение, там, успешно проделанная работа. Планирую выставить на продажу в магазинах доменов Регру и Никру по цене 75 тысяч. Вполне возможно, что буду использовать для своего проекта. Аналогичный по оптимизации домен в рынке, в общем, стоит гораздо дороже. Курсы Академии стоят несоизмеримо выше, действительно дают очень много полезной, практичной, хорошо структурированной информации в удобном формате. Все очень на высоком уровне, в том числе и вступительные уроки от приглашенных друзей Академии, уроки самого Олега и помощь кураторов, которые оперативно, развернуто, четко отвечают на вопросы, возникающие в процессе обучения. Новым студентам порекомендую не бросать, если почувствуете сложности, и быть уверенными в том, что своя ниша найдется, даже если в какой-то момент кажется, что ничего подходящего лично для вас на дорогах по банкротству в данный момент нет.